Всем привет! Сегодня приготовим рыбу в томатном соусе. Готовится быстро, а получается нежная, сочная рыба в овощном соусе. Вкусная даже в холодном виде. Рыбку предварительно помыли, если надо, почистили и режем на небольшие кусочки. Удаляем плавники и внутренности. У меня хек, но можно взять минтай или треску. Посыпаем солью, перцем и оставляем мариноваться на 20 минут. Пока рыбка маринуется, займемся овощами. Лук нарежем кубиком. Морковь натираем на крупной терке. Панируем рыбу в муке. Укладываем на хорошо разогретую сковородку с растительным маслом. Обжариваем рыбу на среднем огне до румяной корочки с двух сторон. Рыбка уже обжарилась, убираем на тарелку. Доливаем немного растительного масла и высыпаем лук. Будем обжаривать около 2 минут, перемешивая. Теперь добавляем морковку и будем все обжаривать 3-4 минуты. Прошло время и добавляем 1 столовую ложку муки и немножко обжарим. Около 1 минутки. И потом добавляем томатную пасту. Немного обжарим и добавим 2 стакана кипяченой воды. Еще 2 лавровых листика, а также соль, сахар по вкусу. Еще раз попробуем на соль и сахар. Соус закипел. Делаем огонь минимальный и пусть все прокипит минут 5. Время прошло, убираем лавровый лист и выкладываем рыбку. Накрываем крышкой и тушим 5 минут с одной стороны и 5 минут с другой стороны. Всего тушим 10 минут. Прошло время, и наша рыбка готова. Выключаем огонь и дадим настояться еще 10 минут. По желанию посыпаем петрушкой. Все, и наше блюдо готово. Рыбка с овощами всегда отличный вариант. Вкусно, полезно и не хлопотно. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал «На кухне с Натали». Буду очень рада.